Перестановки в парламенте самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин сменил на посту председателя Андрея Пургина, который остается депутатом. Новый спикер при этом сохранил статус постпреда от Донецка в контактной группе. По словам Пушилина, кадровые изменения по внутренним причинам никак не повлияют на минский процесс. На следующей неделе, как ожидают, может быть подписано соглашение об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров. О выполнении своей части этих обязательств ополченцы заявили еще летом. Сегодня, кстати, уже Петр Порошенко признал, что эта неделя первая, когда полностью соблюдается перемирие в Донбассе.